Всем привет! Сегодня очередное маникюрное видео, и мы будем делать вместе вот такой вот симпатичный, нежный дизайн. Как и все дизайны на моем канале, он выполнен обычными декоративными бюджетными лаками для ногтей, которые вы найдете в любом ближайшем магазине, а не гель-лаками. Ну и он очень простой, быстрый, и его можно... Он состоит из трех шагов. На любом шаге можно остановиться и так носить, собственно, что я и сделала. Это уже окончательный вариант, третий шаг. Ну и как бы для всех трех шагов, что я использовала? Я использовала базу под лак для ногтей. Далее основной цвет у меня был белый. И потом я использовала топовое покрытие, но если вы делаете сразу, доходите до третьего шага, то не обязательно вам топовое покрытие, вы можете сразу покрыть вот такими блестюшками. Это тоже топовое покрытие, просто с блестюшками на прозрачной базе, вот такой вот серебристый блеск. И все. И далее я еще использовала наклейки. Вот такие вот, это от фирмы Essence, я вам уже показывала, они у меня уже фигурировали в каком-то из дизайнов. Так выглядит упаковочка Essence Wild Flower. И использовала еще вот такие наклейки-блестюшки на правой руке, на левой руке цветы, на правой руке просто вот такие вот блестюшки. Это тоже наклейки Bling Bling от Essence. Да, и вам еще понадобится, конечно, dots для этого дизайна, жидкость для снятия лака с кисточкой и тонкая кисточка, которой у меня нет. У меня вот такая вот, такой огрызочек от закончившегося лака. Я просто взяла кисточку и ее малость обстригла. Вот и все. Если вам интересно, оставайтесь со мной, ставьте лайки, поддерживайте. Подпиской, лайком, и все, кто поддержит меня подпиской и лайком, я обязательно поддержу вас в ответ подпиской и лайком. Ну и, конечно, большая просьба, если вы сможете на меня подписаться, если вы подпишетесь на меня, то как-то дайте мне знать в комментариях, потому что я просто не хотела бы пропустить новых подписчиков, не отблагодарив их подпиской. В ленте новостей я не всегда успеваю читать все новости, отслеживать, поэтому вот как-то, если вы хотите, чтобы я на вас подписалась, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Ну и все, всем отличного настроения, хорошего дня, здоровья крепкого и до следующего раза, пока-пока! Прошло несколько дней, я относила этот дизайн, и он стал немножко скалываться на торцах и немножко потрескался по ноготкам. И я решила, мне он очень понравился, решила сделать третью часть сейчас, как бы реставрация и как бы усовершенствование дизайна, скажем так, третий шаг. Ну и что мы можем сделать еще с этим дизайном? А мы можем добавить какие-то наклейки или слайдеры, что у кого есть, или, может быть, какие-то блестюшки. У меня вот есть вот такие вот наклеечки, те же самые от фирмы Essence, я вам уже показывала, Wildflower. И еще есть остатки вот таких вот блестюшечек, тоже наклейки, и тоже от Essence, называется Bling Bling стикеры. Ну и дальше я покрою, наверное, дизайн вот таким вот блестящим топовым покрытием. Это не лак для ногтей, это именно топовое покрытие с блестками, опять же от фирмы Essence. И это просто на прозрачной базе вот такие вот блесточки. Ну, что мы сделаем? Можно на одной руке цветы, а на другой руке... Ну, просто посмотреть, эксперимент, он и есть эксперимент. Посмотрим, что получится. А на другой руке сделаем, наверное, цветочки. Я думаю, так.
Конечно, пинцет я не захватила, и это было не очень умно с моей стороны, потому что таким образом они не отклеиваются. Так, ну вот, видите, как всегда отламываются, отламываются стебельки у цветочков. Ну вот, как-то так. Так, стебелек у меня приклеился не туда, конечно же. Это я очень неудачно сделала. Ну вот, вот как-то так. Это такой беленький цветочек. Я думаю, что можно попробовать еще, может быть, рядом розовый. Или это будет перебор. А может и нет. Мы же экспериментируем, правильно? Так, сейчас мы... Упс. Сейчас мы прицепим. Вообще-то все делают такие дизайны с помощью пинцета, но я не подготовилась должным образом. Ну, пожалуй, и не прицелилась должным образом. Ну, вот как-то так. Так, и что мы сделаем здесь? Гирлянду, перебор. Тоже, наверное, два цветочка. Может быть, желтые, розовые такие головки. Или... Нет, пожалуй, букеты, наверное, перебор. Я думаю, головки сделаем. Ну, давайте желтую возьмем. В принципе, вот такие одиночные головки, они неплохо даже так подцепляются. Так, сейчас мы... Вот как-то так... Вот. То есть, в принципе, дизайн настолько простой, что и настолько симпатичный, что его можно усовершенствовать далее и далее. Главное, не переборщить. Возможно, я сейчас переборщу. Вот сделала два таких акцентных ноготка. А с другой стороны, я сделаю, наверное, блестюшки. Так, я думаю, с блестюшками будет смотреться гораздо лучше. Скорее всего, что мы сделаем? Треугольник или сердечко? А вот мы сделаем вот такой вот стразик такой. Так, сейчас мы сюда прицепим. Никогда еще не делала так на двух руках разный дизайн, но ничего страшного, почему нет? Так, не хочет. Ну, давай, цепляйся. Вот эти стразики, они с каким-то шикарным клеем. Никак не могу приклеить. Совсем не туда приклеился. Вот так, давай. Ну, вот примерно так. Где он у меня? Видно? Ну, что-то видно. Такой квадратик. И на безымянный палец. Ну, не очень, по-моему, этот квадратик смотрится. Лучше бы что-то поменьше, помельче. Ну, тоже квадратик, что ли, сделать. Или звезду. Или треугольник. Ну, даже не знаю. Ну, давайте треугольник возьмем. И прицепим его куда-то сюда. Не совсем хорошо. Ну вот примерно так. На этом я, пожалуй, успокоюсь. И сейчас покрою просто вот этим блестящим топовым покрытием все ноготки. Да, ну начну, наверное, с ноготков с дизайном. И получается полное черти что. Потому что цветочков этих не видно. Ну, как есть, зато этот топ, он здорово держится. Правда, его снимать целая отдельная история с географией.
Но зато он скрывает все, что я тут натяпала. Все сколы. И я думаю, что я смогу еще с таким маникюром проходить еще несколько дней. И, конечно же, огромный его плюс этого топа. Это то, что он моментально застывает, в отличие от обычного топа той же самой фирмы. Все получается очень-очень быстро. Вот одна рука. Такая блеск. Не знаю, виден он, насколько он виден. И делаем трансформацию на правой руке. Наверное, сейчас вам не будет ничего видно, но я постараюсь, конечно, как-то. Нет, ничего вам не будет видно. Правую руку я не очень люблю на камеру, потому что ничего обычно не видно. Вот здесь у меня на торце скол, но мы его как бы прикроем блестками. Ну, я сделаю все вне камеры правую руку и просто окончательный результат вам покажу. Вот, ребят, окончательный вариант. То есть вот как бы получился у нас многослойный такой дизайн. Сначала полосочки, первый шаг, и так уже можно ходить. Второй шаг — это вот, собственно, сам дизайн, покрытый обычным топовым покрытием глянцевым. И третий шаг — его усовершенствование. Это с помощью наклеек и слайдеров, и не знаю, что у вас там под рукой есть, блестюшек всяких и блестящего топового покрытия. Ну и как бы его реставрация. Ну, такой вот праздник. С одной стороны, вроде как блестит, сверкает, с другой стороны, в общем-то, не очень навязчивый, потому что светлый, белый. Ну и опять же, вот с вот этим топовым покрытием он, получается, проносится еще несколько дней. Единственное, что я очень не люблю удалять это топовое покрытие, я пока не нашла хорошую жидкость для снятия лака, которая без проблем справится вот с такими блестюшками. Ну вот и все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И если вы хотите, чтобы я на вас подписалась и пришла к вам, пишите комментарии и поддержите меня подпиской и лайком. Все, всем счастливо, оставайтесь здоровыми и счастливыми. Пока-пока.